ранее в сериале. Грейси, ты в порядке? С тобой все хорошо? Мама, обещай, что приедешь на собрание. Ковен будет со мной. Убирайся нахрен с моей дороги. Джерри ушел. Как насчет правдивого заклинания для Джерри? Мы спросим его о чувствах, и ты все узнаешь. Мне бы хотелось, чтобы у нас с Грейс был небольшой роман. Но это невозможно. Почему? Потому что я влюбился в нее. Ты в порядке, Брайт? Кто-нибудь знает, где моя мама? Ну все, я готова. А как у вас дела? Может, пройдемся по списку? Ну вот отстань со своим списком, хорошо? Может кто-нибудь взять? Потому что если я еще раз поговорю с мамашей Грейс, меня хватит удар. Привет, Глория. Интуиция ведьмы. Думаю, что Грейс занимается... Ест тосты. Готовится к выезду. Хорошо, передам. Пока. Итак, мы выезжаем на собрание через час. Если вы не будете готовы к 10, можете добираться сами. Грейс! Фиби Фокс. Ханна Тойнтон. Нина Туссен-Уайт. Лейси Тернер. Автор сценария Хлоя Мосс. Продюсер Филипп Трезаван. Режиссер Том Маршалл. Ведьмы четырех стихий. Ничего, подождут еще 10 минут. Она просто тиран. Я буду скучать. Это всего лишь один день. Ну да, конечно. Самый длинный день в году. Ужасный, бесконечный день, наполненный слезами и страданиями. Разве ты не собирался встретиться с Томом? Да, я собирался. Но могу отменить все и поехать с тобой. Нет, не надо. Не обижай друга. Вдруг он скажет: «Эй, Джерри, ты завел себе подружку, да? Ты чертовски большая задница и подкаблучник. Вот так-то». Том – буддийский монах. Он не станет такое говорить. Ты не можешь обидеть буддийского монаха. Могу. В этом и есть весь смысл дружбы. Могу задушить его мамашу, все равно простит. Послушай, я солгала. Есть кое-что, что я скрывала от тебя. Одну вещь. Это моя религия. Кем я являюсь? Ну-ка, продолжай. Ты только не подумай. Говори. Я ведьма. О, слава богу. А я подумал, ты католичка. Ведьма? Здорово. Мне нравятся готы. Я не гот. Я языческая ведьма. Прекрасно. И я еду на собрание ведьм. Это очень личное и святое. Я должен быть там. Пожалуйста. Нет, нельзя. Это собрание солнечного круга. Тебе нельзя. Я же не предложение делаю. Просто хочу познакомиться с родителями. Давай, это будет круто. 45 минут. Посмотри. И для чего это нужно? Это ни для чего не нужно. Потому что это открытка для мамы. А что это за такой некрасивенький толстячок? Я. Мне очень нравится Хан. Пожалуйста, помогите мне. Джерри собирается ехать с нами. Успокойся. И что? Мы только что познакомились. Еще рановато ему видеть меня в плаще, размахивающей ведром вокруг костра. Да, и моя мама будет его презирать. Так просто скажи ему не ходить. Так не хочется его ранить. Заклинание? Нет. Я абсолютно против. Мы вместе не более месяца. Не хочу опять колдовать. Это эксплуатация и манипуляция. Что смешного? Представляешь, что подумает Джерри, когда увидит твою маму, танцующую голышом? Вот его футболка. Хочу, чтобы он не приезжал туда. И это нужно сделать срочно. Послушай, что касается твоего собрания... Это не мое
собрание. Это просто собрание. Я же не называю великий праздник Рождество твоим Рождеством. Да, называй как хочешь. Ну что ж, конечно. Дай договорить. Я не собирался тебя обижать. Я чересчур навязчивый. Прости. Я хочу, чтобы ты приехал, но... Возможно, в следующем году. Все в порядке. Ну, хватит уже! Как всегда. У тебя есть колготки, Стелла? Вот зачем мне сейчас колготки? Разве не ими починили машину в рекламе тампонов? Чувствую себя ужасно из-за Джерри. Грейс, это всего лишь одна ночь. Хватит уже. Да я из-за заклинания. Уже второй раз за месяц. Что за начало отношений? А разве плохое? Кто такой Джек? Джек — это Джек. Моя первая любовь. Ах, да. Ты все еще общаешься с ним? Да нет, но он хочет встретиться со мной на собрании. В лесу? Ну да. Ага, под кустом тутовника, как в старые добрые времена. О, да! Там нельзя заниматься сексом. Кто сказал? Еще долго, Стелл? Моя мама, наверное, готовит обед. Не хочу опаздывать. Ну да, твоя мама такая пунктуальная. Готово. Ну давай же! Это сельская местность, Стелла. Другой темп жизни. Я уже была в сельской местности. А почему люди платят? Итак, вас четверо. Значит, по 50 фунтов с человека. Дети и животные есть? С каких пор мы стали платить за то, чтобы попасть на собрание? С этого момента. А теперь я могу проверить багажник? Зачем? Разрешается ввозить только те продукты и напитки, которые были приобретены у корпоративных спонсоров. Корпоративные спонсоры? Здесь моя родина. Не собираюсь платить 50 фунтов, чтобы проехать домой. Что ж, дорогая, тогда тебе остается просто повернуть назад. Это шутка. Пошли, выходим из машины. Мы не собираемся уходить. Это нарушение наших прав. Скажите это ей. Проблемы с этими плебейками, Генри? Да, мисс. Не хотят платить. Боже, боюсь, что у нас небольшая проблемка. А каким боком тебя это касается? Меня это как раз и касается. Это владение моей семьи. Если хотите остаться здесь, вам лучше заплатить. Но вот что за человек будет наживаться на собрании? Человек, у которого 42 комнаты и много домашнего скота. Как дела у твоей мамы? Мы полностью в заботах. И мы вложили деньги на организацию мероприятия. Решайте быстрее, девочки. Буду разочарована, если не увижу вас там. В этом году нас ожидает нечто особенное. Вот идиотка. Могу предположить, что вы припаркуетесь здесь. 75 фунтов за парковку в миле от нужного места? Это издевательство. Уверена, что это шутка. Благодарю тебя, Святой Дух. Вы все на месте. Думала, что-то случилось. Мама, что это на тебе? Разве не прекрасный костюм? Хафен сшила его для меня. В отличие от семьи Пьермонт, я остаюсь человеком, девочки мои. Одевшись в костюм белки, рыжая белка является древним символом правды и чести. Это что-то вроде небольшого протеста против капиталистической жадности, унижающей наше священное сообщество. Приобретайте товары от наших официальных спонсоров. Футболки, кружки, коврики для мышей и подставки. Великий дух наблюдает за тобой, недоделанный ублюдок. Итак, девочки, может, ко мне? Выпьем чаю с печеньем? Пойдемте. Вот черт. Твой отец будет так счастлив увидеть тебя. Папа, ты помнишь Джуд и Стеллу? И, конечно, знаешь Ханну. Он был абсолютно вне себя из-за семейства Пьермонт. Правда, Герберт? Надо было его видеть. Так взбесился, что я подумала, он выломает двери.
Я несколько часов его успокаивала. Спасибо за приглашение, Глория. Я рада тебе. Если что, у меня еще есть кровати. Благодарю, конечно, но мама ждет нас. Спасибо. До встречи. Поможешь на кухне? Что ж, собрание. Печенье? Мам, мы пришли. Моя малышка пришла домой. Блудная дочь. Когда же это было в последний раз? В прошлое воскресенье. Приезжала на Кристину внучки Гризельды. Не будем вдаваться в подробности. Я просто благодарна, и все. Мы матери должны ловить моменты. Есть новости? Ну уже, узнаю этот взгляд. Кто он? Да никто. То есть, у меня никого нет, честно. Сын Хаффен Джеффри все еще не женат. Ничего странного, ты не видела его много лет. Он вытянулся, и кожа у него намного чище. Мам, хватит. Хотя бы просто позволь мне познакомить вас. Просто пообщайся за стаканчиком медовухи. Он очень интересный парень. Я говорила тебе, что он выучился на кузнеца. Следует традиции. Хорошо. Правда? Да, как тебе будет угодно. Пойду позвоню Хаффен. Оставила голосовое сообщение. Наверное, ее батарейка села. Она, наверное, очень занята сейчас. Машина сломалась, батарейка сдохла. Да. Скажу тебе кое-что хорошее о Глории. Она классно готовит. Знаешь, мы не всегда кочевали. Я родилась в том коттедже. Какая прелесть. Мама не смогла платить за аренду, и Пьермонт выгнали нас на улицу. Алекса была счастлива. Представляю, ржет, наверное, сейчас как лошадь, согласна? Зато не может сохранить ковен больше 5 минут. Раньше здесь было классно. Было уютно. Гирлянды, лоскутное одеяло. Сейчас здесь тоже хорошо. Просто немного... неуютно. И все. Ты же не хотел давить на меня. Да, но я хорошо подумал. Мы можем отдохнуть? Разве это такое большое давление? Иди сюда. Просто хочу увидеть твой дом. И все. Я не подведу тебя, обещаю. Привести кого-нибудь домой – это серьезный шаг для меня. Особенно на собрание. Я знаю. Моя мама немного... Она как-то... по-своему видит парня, с которым я должна встречаться. Против бороды, сандалии и дурного запаха? Ну да. Но что насчет твоих желаний? Понимаю, что выгляжу жалко. Я рада, что ты здесь. Но ты можешь сближаться с ней постепенно. И что это значит? Это значит, что если будешь хорошо себя вести и безумно понравишься моей матери, не показывая ей, что мы встречаемся, что-то вроде внезапной атаки самолетов в стелс. Внезапная атака, хорошо. Но останешься невидимкой. Маскировка, самолеты-невидимки, атака, замечательно. А может, поиграем в шпиона? Приехал Джерри, что просто замечательно. Он просто собирается немного отдохнуть, если вы не против. А где твоя мама, Хан? Не надо жалеть, все нормально, я в порядке. Ну да, все хорошо.
Мы как никогда замечательно проведем время. Ничего, что я сижу у окна? Или вообще спрятаться? Если не трудно. А где Стелла? Она с отцом. Они хорошо ладят. Это так мило. Что ж, с вами было приятно пообщаться, мистер Уоткинс. Но мне нужно помочь друзьям. Столько дел. Ну что ж, замечательно. Мы продолжим наш разговор позже. Договорились? Не понимаю. На нем футболка, которую мы использовали для колдовства. Почему не сработала? Словно доказательство того, что нельзя использовать магию против любимого человека, так как план не сработает. А что еще ты могла сделать? Грейс? Да. Здесь нет уборной. Мне надо в туалет. Нету. Тогда можно выйти ненадолго? Позволь парню хоть в туалет сходить. Конечно, можно. Ты представляешь? Они начали продавать наш лес. Ты когда-нибудь слышала что-то более глупое, чем это? Мы не позволим. Какого черта ты там делаешь? Эй! Убери прочь свое вонючее достоинство от святой звезды Гая! Мне показалось, что это ствол дерева. Это священная статуя для поклонения, которая была вырезана 4000 лет назад. Кто он такой? Это Джерри, парень Стеллы. Ты уже не лесбиянка? Нет. Нет. В последнее время не лесбиянка. Это был определенный промежуток времени. Целых 15 лет. И все уже изменилось. Что ж, с ним ты точно изменишься. Итак, Джерри, если Стелла с нами, то ты тоже остаешься с нами. Нет. Глория, не переживай. Мы не хотим проявлять такое неуважение. Да ладно, вы уже не дети. Просто боюсь, что вам будет неудобно на одной кровати. Но уверена, это вас не очень стеснит. Я права? Кстати, давайте уже готовиться. Вы, голубки, пойдете со мной, для вас есть работенка. А вы, девочки, подготовьте лагерь. Пойдем. Пойдемте. Почему я сказала, что они встречаются? Потому что боишься свою маму. Не хочу, чтобы они спали в одной кровати. Стелла лесбиянка. Но он не гей. Ты же понимаешь? Неловко. Думаю, Джек придает слишком много значения нашей короткой встрече. Он пишет о нашем прошлом. О том, как его семья любит меня и все такое. Мило. Мне не нужны эти сопли. Я хочу напиться. И заняться безумным сексом на свежем воздухе, как 18 лет. Какого черта? Дорогу королю и королеве! Посторонитесь! Подумала, что они могли бы провести церемонию плодородия. О, шафран! Подождите-ка меня. Этого не может быть. Правда? А я так взволнована. Ты могла отказаться. Я знаком с твоей мамой каких-то полчаса, но даже я понимаю, что это невозможно. Во всяком случае, это прикольно. Так удобно. Зачем вообще нужны брюки? Глория? Пей до дна. Девочки, становимся в круг. Так вот, возможно, когда-то я и ругалась, когда была не очень-то высокого мнения о ваших знаниях. Не отрицайте. Но, посмотрев на вас сегодня, я понимаю, что вами можно гордиться. Почему бы вам не сделать небольшое благословение? Возьмитесь за руки. Великий Дух, мы просим Тебя защитить наш дом от темного зла, наполнить дом любовью и светом, чтобы счастливы были зимой и летом. Хорошо. Лепестки, благословите дом этого ковена. О,
продолжать обниматься? Вы такие симпатяшки. Чего тебе, Алекса? Собираю деньги. Вы должны моему папе денег за срубленное дерево. 80 фунтов. Это мое дерево из моего сада, на земле моего отца. Так что платите, идиотки. Закрой свою пасть. Просто уйдите с миром, девочки. Ну а если не уйдем, коротышка? Тогда ты попадешь в сырую землю своего папочки раньше, чем ты ожидаешь. Потому что я лично сломаю твою тощую шею. Решила напугать разговорчиками? Что за фигня? Я уверена, что даже ноготь не сломаешь. Возможно, вы и богаты, и у вас привилегии, но так как у вас определенно неполноценный и недействующий ковен, вы не сильнее комара. А кто сказал, что неполноценный? Здравствуйте, крестьяне. Мама с нами. У нас теперь супер-ковен. Разве не прикольно? Это очень даже прикольно. Посмотрите на их физиономии. Так вытянулись. Это против правил. Мы устанавливаем правила. Ну что ж, котята, увидимся на церемонии. На главной церемонии. Пока. Попробуй вот это. О, Джеффри, какой сюрприз! Какая прелесть! Это моя дочь Грейс. Грейс? Грейс. Это Джеффри. Привет, Джеффри. Привет. Отлично. Я должна закончить свою работу. А вы? Пообщайтесь. Уверена, у вас много общего. Ты любишь сливы? Ну, так себе. А я обожаю. Покажи-ка большой символ. Замечательно. Я их выращиваю. Если хочешь, могу угостить тебя. Они получили награду. Я о сливах. Денежную. И это была не маленькая сумма. Надо же. Это поразительно. Итак, сфотографировала. О, нет. У меня чесотка. У меня тоже. А теперь дайте-ка мне подумать. Хорошо. Отличная поза. Героическая поза. Немного... О, замечательно. Джек? Привет! Здравствуй. Джек, до того, как мы начнем, нам надо... Джуд, это моя жена, Саммер. Приятно встретиться. Так много слышала о тебе. Привет. Понятно. Послушай, я, конечно, ничего не имею против, но брак — это не для меня. А вот наша доченька, Виллоу. Хотели провести церемонию в ночь собрания Солнечного Круга. Мы выбрали двух крестных родителей. Я выбрал тебя, Джуд. Я не очень-то дружу с детьми. Ты должна с ней познакомиться. О, да. Нет, я уроню ее, поэтому... Послушай, я польщена, но я не дружу с детьми. Это неправда. Если это так, то почему ты разрешала моей младшей сестре плестись за нами, куда бы мы ни шли? Она до сих пор вспоминает о тебе. Ты согласна? Твою мать! Да! Черт! Простите! А потом я понял, все это потому, что я не добавил верхний слой почвы. Я должен был удобрять компостом. Вот я дурак.
Это научит меня быть внимательней. Ошибка двоечника. Если честно, это были самые ужасные дни в моей жизни. Привет. Я уже выполнил долг короля плодородия и прибежал к тебе. О, да отвали, Джеффри. Грейс, Грейс, почему ты не готова? Все начнется уже через полчаса. Хорошо. А где остальные? Глория, что-то мне все это не нравится. Кажется, все думают, что я эксперт по плодородию, и они очень многим делятся. Так где все остальные? Все нормально? Да. Все было замечательно. Итак, а где Ханна? О, автоответчик. Ну, конечно, как всегда. Церемония начнется через полчаса. Вдруг это ваш год? Очередь вашего ковена читать торжественные заклинания. А вдруг это ваша очередь блистать? Шанс, которого у нас никогда не было. Да, у нас появился шанс проиграть Алексе. О, значит, вот как. Сдаетесь? Что ж, чтобы все вы были на месте, в первом ряду. Чтобы выглядели лучше всех. И были лучше всех. Потому что вы лучше всех. Вы же лучшие девочки. Я же спросила, вы лучшие? Да. Ну тогда вперед. Прости меня за это. За все это. Не надо. Это лучший день в моей жизни. Твоя мама просто прелесть, и твоя деревня зажигает. Здесь мой духовный дом. Тебе повезло, что ты родилась здесь. Да, я тоже так считаю. Нет, есть более важное дело. Нужно найти Ханну. 2 минуты. Одна минута. Нам хватит. У тебя все получится, Джеффри. Оставайся самим собой, и я уверена, что она... Ханна, ты здесь? Мы везде тебя ищем. Почему я не привыкну? Конечно, Глория сильно напрягает, но она здесь. Как нормальная мать. Твоя мама тоже хорошая. Все время бросает меня. У тебя есть мы. Всегда. И ты знаешь это? Мы твоя семья, Хан. Я ведь сама отпустила ее. Не знаю, что и сказать, Грейс. Честно, не знаю. Ты унизила меня. Ты оскорбила Джеффри. Он здесь ни при чем. Не говори так. А как же Стелла? Бедная. Бедная Стелла. А как же ваша дружба? Стелла лесбиянка, мама. Я не удивлена, что она вновь ей стала после этого. Она всегда была только лесбиянкой. Это правда. Постеснялась бы врать, деточка. Это ничего не меняет. Я ни в чем не виновата. Я не влюблен в Стеллу, а она не любит меня. Потому что она лесбиянка. Потому что я люблю вашу дочь. И я люблю вашу деревню. Короче. Я хочу вернуться сюда и устроиться здесь, Грейс. Ты возвращаешься домой, Грейс? Джеффри. Итак, девочки, у нас только 2 минуты. Это было впечатляюще. Но не стоило говорить, что мы собираемся переезжать сюда. Это было слишком. Я хочу этого. Лондон классный, но это место мне подходит. Очень подходит. Понимаешь, о чем я? Я хочу жить здесь и с тобой, Грейс. Снять коттедж рядом с твоей мамой. Завести детей. Вместе постареть. Ну как? Ну... Кто этот симпатяга? А,
Это лорд Пьермонт, отец Алексы. Дамы и господа, я рад вас видеть здесь на праздновании солнцестояния, которое спонсирует Ла Бамба. Прежде чем начнем, хочу поблагодарить наших спонсоров. Ла Бамба, настоящих мексиканцев, без которых наше святое празднование было бы невозможно. Аплодисменты, пожалуйста. Все хлопаем. Я предпочту совсем лишиться своих рук. А теперь пришло время узнать, какой Ковен был удостоен этой великой чести официально открыть церемонию празднования солнцестояния. Интересно, кто же это будет в этом году? Дамы и господа, прошу выйти на сцену. Ведьм из Кэмдена. Очень удивлена. Семья всем заправляет. Он назвал нас. Не могу поверить. Мы. Это мы. Ведьмы из Кэмдена, где вы? Спасибо. Поздравляю. Благодарю. Поздравляю. Спасибо. Поздравляю. В соответствии с древней церемонией, победивший Ковен зачитает слова Великого Духа перед тем, как выступить перед нами с церемониальным обрядом. Приступайте, пожалуйста. Грейс. В этот самый священный день мы призываем наши драгоценные стихии — землю, огонь, воду и воздух. И благодарим их за то, что они были чертовски хороши. Без их божеской силы наша древняя община была бы похожа на недоносков, хреново одетых, ужасных недоделанных хиппи с отвратительным вкусом и с полным отсутствием контроля над происходящим. Это заклинание. Остановите ее! Осторожнее! Господи! Священный свиток! Вот черт! Стадо баранов! Задницы! Твари! Богохульство! Этот ковен должен быть изгнан навсегда! Прекратите немедленно эту измену и издевательство над собранием! Мама? Я думала, что ты не придешь, жирная свинья. Не переживай, дорогая. Я знаю, что здесь темное заклятие. Мерзкое и гадкое заклятие. Мы должны снять заклятие. Шоу окончено, стадо баранов. Простите, простите. Святой Дух, освети лучом. Святой Дух, освети лучом. Дешевый трюк, Карина. Особенно для тебя. У тебя хватило наглости вернуться и назвать меня дешевкой? Я думала, что все уже позади. У тебя ровно час, чтобы убраться отсюда. Или, клянусь духом, ты пожалеешь, что родилась. Что моя мама тебе сделала, старая корова? Оставь, Хан. Нет, я не позволю тебя унижать. Тем более, что не за что. Есть за что. Мама, что она имеет в виду? Думала, что она просто алкоголичка. Закройся, пока я не уничтожила тебя. Думаю, настал тот час. Для чего? 24 года назад я совершила глупость. Я предупреждаю тебя. Я прислуживала семье Пьермонт. У меня был короткий роман с мужем Карины. И я забеременела. Тобой, моим солнышком. Когда Карина узнала об этом, она выкинула нас отсюда. Тот придурок мой отец? Моя жизнь разбита. Убирайся отсюда. Хан! Ты прекрасно выступила. Стадо баранов. Классика. Мам, подожди. Вот значит как. Собираешься сбежать после того, как вывалила все это мне на голову? Спасибо. Ты заботливая, как всегда. Если я останусь, мы обе пострадаем. Он женатый человек. Почему только ты наказана? Это несправедливо. У них есть власть. Дорогая, не надо бороться. Не стоит этого делать.
Иди ко мне. Бедняжка Хан. Надо найти ее. Знаешь, что я сделаю? Что? Соберу здесь группу. Я поговорил с Джеффри, он присоединится. Это не принесет денег, но я могу подрабатывать. Жизнь моей подруги разрушена. И мне абсолютно наплевать на твою дурацкую группу. Я просто радуюсь, и все. Новая жизнь и все такое. Я не хочу возвращаться сюда. Почему? Потому что... В Лондоне я счастлива. Со своими подругами. И с тобой. Хорошо. Правда? Ну да, конечно. Главное, что мы вместе. Это важнее всего. Джереми Кайл завладел твоим сердцем. Алексей, Хан и сестры? Как такое вообще возможно? Жизнь полна сюрпризов. Твой отец тоже может удивлять. Да, он классный, правда? Джерри выглядит счастливым. Может быть, заклинание не сработало, потому что ему суждено жить здесь? А что, если я препятствую его судьбе? Джерри может упасть в мусорку и решить, что это его судьба. Но я даже не сомневаюсь. У вас все нормально? О, да, нормально. Он замечательный. Мама уезжает. Так рада видеть вас, мисс Брайт. Прощайте. У тебя есть только 5 минут? Не волнуйся, я уже ухожу. Я провожу. Я сожалею, что мы не смогли его найти. Давайте еще поищем. Что? Нахалка. Иногда я рада, что мы уехали, когда-то была маленькой. Не могу себе представить, как можно было бы видеть этого ужасного человека каждый день, который дарит Алексе дорогие подарки и оставит ей наследство. Аж мурашки побежали по телу. Мама, оставайся здесь, не уезжай. Ты куда? Я вернусь. Обещай, что не уйдешь. Привет, папочка. Не думаю, что кувыркание все не сослужанка дает тебе право так меня называть. Папа, выгони ее отсюда. Закрой свой рот. Папа, неужели ты позволишь ей говорить со мной так? Я разберусь с этим, дорогая. Конечно, ты разберешься, придурок. Ты опоздал на 24 года, но теперь тебе придется долго разбираться. Ты уверена? Позволь-ка дать тебе совет. Держись от меня подальше, а то хуже будет. К счастью, я всегда буду держаться подальше от тебя. С одним условием. Что ты сказал отцу? Держись от него подальше, дворняжка. Ты не такая, как мы, и никогда такой не будешь. Нет, конечно, я не такая, как ты, Алекса. Я совершенно не такая. Но знаешь что? Я думаю, что в глубине души ты не такая плохая. Я очень плохая, а ты, сучка, неудачница. Ты закончила? Ты еще пожалеешь, грязная свинья. Не начинай, если не можешь победить. Я уничтожу тебя, понятно? Наш маленький дом совсем не изменился. Конечно, здесь надо поработать. Но наконец-то у тебя появился дом. Как ты смогла его убедить? Я указала ему на то, что по праву мое. Ему пришлось согласиться. Каждый остался при своем. Ты будешь ко мне приезжать? Попытайся запретить. Я знала, что ты вернешься. Это я сделала для тебя. Счастливые времена. А кто этот толстячок? Это я! Это я! Итак, внимание!
Я договорилась с лордом, и теперь вип-зона будет открыта для всех. Так что угощайтесь выпивкой и счастливого вам солнцестояния! Джерри! Я обожаю твою маму, Грейс! Доброе утро. Я не знаю о других собраниях, но это было восхитительным. Ничего особенного. Честно, самая классная ночь в моей жизни. Это место украло мое сердце. Джерри, ты должен остаться. Возможно. Главное, успеть на автобус. Навсегда. Следуй зову своего сердца. А как же мы? Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю, но у нас разные интересы. Джеффри разрешил остаться у него. У нас будет группа. Я играю на колокольчиках и лютнях. А я на электрогитаре. Языческий рок-фьюжн. Смешаем стили, посмотрим, что получится. Вау. Это будет интересно. Черт, меня покусали. У меня есть крем. Думаю, я была права. Это его судьба. Поэтому заклинание не сработало. Все будет в порядке. Пошли. Ты самая классная девчонка в мире, Грейс. Иди, я дам знать, когда буду в Лондоне. Чтобы познакомить тебя с группой, это футболка Тома. Сделай одолжение, отдай ему. Прощай, дорогая. До встречи. Глория так хотела, чтобы мы благословили наш дом, но это не остановило Алексу. В конце концов, все нормально. Да, но это значит... Боже мой! Лепестки! Прямо как в лесу. Мы ошибочно благословили квартиру. Это не ошибка. Мы же благословили наш дом, верно? Это же наш дом, девочки! Релиз подготовлен при поддержке группы «Гринти». Перевод Эльза Нордж. Текст читали Виктор Еременко и Ольга Гринтиева.